Новый способ борьбы с вирусом. Детей без прививок против кори теперь не будут пускать в учебные заведения. Пока запрет охватывает три области – Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Одесскую. Идея принадлежит Минздраву и Министерству образования. Свое решение здесь объясняют желанием остановить распространение вируса, поскольку эти три региона – лидеры по количеству заболевших. А всего по стране зарегистрировано более 1500 случаев. Напомню, ранее родители могли решать, вакцинировать ли ребенка. Корреспонденты подробности уже разбираются в ситуации. В ближайшие дни мы подготовим обязательно материал по этой теме.